Geldik mi lan Uday Bursa? Birinci getirdik. Hazır hemen açıkçı katılgan yerde tartmay turgulay hemen açıkçı tal olay. He? Tartmay turgulay. Sıranız. Мынакей жанагы айтып аткан 20 миллиондук мүлктөрдүн бириси 2006 жылы сатып алынган жер тилке эле мына Алам үйдүн районуна карайт, Бишкек шаарына да карабайт. Ошондон бери өзүбүз аракет кылып салып бүтө элекпиз дагы деле. Жарымы саман менен, топурак менен, жарымы жаман кирпич, бууушный кирпичтерди алып келип устада жалдаган эмеспиз. Сизге катталган э бул? Бул мен атама катталган. 2006 году купили вот этот участок за 25 тысяч сом. Даже у меня есть договор купли-продажи, оказывается, сохранился. И тогда был мораторий на этот участок. И тот, который продавал этот участок, сказал, что через 3 года только можно переоформить. И в 2009 году предварительный договор купли-продажи сделали, но тогда я тоже был на службе, и некогда было переоформить, просто времени не было. Родители на Исик-Коле, я здесь. То они когда приходят, то я на командировке. Поэтому упустили этот момент, 3 года прошло, потом какое-то время, вот который хозяева звонит, мне говорит, если будете переоформлять, давайте переоформляйте. Либо я вам тогда на себя оставлю, я вам не отдам. Потом время ушло, в 2011 году она мне звонит, вот эта издержка мне звонит, давай переоформляй, либо я тебе не отдам вот эту квартиру, вот этот участок. И я тебе говорю, как так, мы же деньги давали, хорошо, переоформимся, отец приехал и переоформимся. Поэтому везде показывают то, что мы купили, это в 2011 году. Я вот сам приходил с братишками, с братами, с друзьями. Все они подтвердят, как это все строилось. Был жер тилкесин 2010 жылы 100 000 сомго алынган экен. Договор купли-продажа. 2010 жылдан бери мына ошо салып, забору да салынган экен. Саман кирпичтен салынган. Ичи тышын шыбап короо жайып жабылды элек да. Кимге катталган? Бул дагы атама катталган. Төрт бир турганбыз да, мен өзүм алган жокмун да. Ата энем алып берди да, төрт балага любой ата энем өзүнүн балдарына үйлүү жайлуу болсун дейт да. Ата энеңиз эмне менен? Ата энем ушу айыл чарбасы менен эле. Кичинекей чарбабыз бар ошондой. Ушунчалык жакшы киреше алып келеби? Ушунчалык жакшы киреше 100 000 сомду бир жылда жөндөп тапса болот го дейм. Өздөрү ремонт кылганда иштетмиш. Коллеги так да. Ошо ремонт кылып, ушул үйлөрдүн баарын салынып атканда мен кандай башталганын баарын эсимде да. Алмаш сен айткан эле да, баягы эгерде кызматкерлер үй салып берип атса, анан аларга кайра ремонт кылууга деп өзүнө берип койсо кандай болуп калат деп, анан ошо өзүнүн демилгеси болчу, баардыгы госпитасы болсун, баардыгы ремонт менен болсун депчи. Анан ошо ремонт менен мебель менен көчүп кирип эле жашап калдык.